Здоровенькие были подписчики мопеда Раритеты, сейчас с вами снова Илья Механик, и сегодняшний выпуск наш посвящен Piaggio CL, а именно его двигателю. Как помните, в последний раз была замечена проблема по колоколу сцепления, он имел приличный люфт, и вот буквально вчера я его, этот люфт, устранил путем установки вот такой вот специальной шайбы. Ранее в видео говорил, что нужна будет шайба размерностью 16,2 на 24, но потом пересмотрел все сцепление и глянул, что шайба, на которую опирается вот втулка, оказалась размерностью 12 на 24. На рынке из имеющихся шайб было найдено только 12 на 25. Эту шайбу я установил на вал, взял свой дремель, твердосплавную насадку и, в общем-то, обточил лишних миллиметр потихонечку, как говорится, мелкими выборками. И еще одно из вещей, которую я хотел давно провернуть, это замерить объем камеры сгорания. Сейчас мой ассистент возьмет камеру, пока я тут все буду вот это вот делать. Вот, держи в кадре. Сейчас я включил фонарик. Подвожу поршень в верхнюю мертвую точку. Берем шприц. В нем 10 мм кубических масла и заполняем ее. Итак, смотрим. У нас на шприце осталось 4 сантиметра кубических. Смотрим также в наш сушной колодец. Ну, тут где-то больше, чем середина резьбы. Так что я примерно предполагаю, у нас 5,5 кубиков вошло масло. И если вспомнить по формуле, там у меня по 39 где-то около 52 рабочий объем получался, то степень сжатия где-то в районе 9-10 единиц получается. Так что все выдержано. 95-92 бензин можно лить спокойно на этот мопед. Ну, в общем-то, был рассчитан. Тут головка имеет малый объем камеры сгорания. И дальше его обкатывать. Люфт мы устранили. Скорее всего, завтра или послезавтра он станет на мопед. И будем смотреть, на что способна наша ЧАО после последних доработок. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.